Итак, всем добрый день. Со вчерашнего дня я стал обладателем еще одной крайне полезной вещи. Это строительный пылесос Körcher WD2. Такая вот штучка. Объем бака 12 литров. Давайте посмотрим, что внутри. Так, одноразовый мешочек. Есть инструкция. Инструкция есть. Так, шланг. Раз трубка, два трубка. Такая вот щеточка. Насадка на эту же щеточку. Так, вот он, пылесос во всей красе. Внутри еще было 4 вот таких вот колесика и щелевая насадка. Давайте для начала поставим колесики. Вот эта вот часть, ёршик, она такая, как то ли твердая резина, то ли мягкий пластик. Все, пылесосик у нас теперь на колесиках. Так, что здесь, кнопка включения-выключения. Помимо этого, в принципе, тут больше ничего. Смотки провода нету. Здесь есть просто крючочек, куда его можно подцепить. И все. И есть еще такая вот фигня для всяких насадочек. Так. Типа вот такой вот щеточки. О, собрал. Ну, конечно, она тут не очень смотрится. Но я этой пользоваться особо и не собираюсь. В принципе, поэтому ее пока в сторонку. Сюда можно поставить две трубки. Ну и само собой у нас еще есть шланг. Шланг я бы не сказал, что прям совсем длинный, но тем не менее. Что, а теперь давайте переместимся в другую комнату и посмотрим, как это все работает. Ну что, теперь попробуем, как это все работает. Как видно, пылесос полностью очистил площадку. Пыли здесь нету. Это разводы шпаклевки. Он, к сожалению, собрать не может. Было бы хорошо. Так, еще один интересный момент. Я не использовал бумажный мешок. Вот так вот у нас пыль собралась внутри и облепила полностью носок. Это старый хэбэшный носочек. Собирать оно собирает. Сейчас еще сниму, посмотрю, что там под носком. Забитый. Ну, можно сделать вывод, что либо его использовать для сбора какого-то крупного мусора можно без мешочка. Сейчас это все почищу и все-таки попробую поставить сюда бумажный мешочек и пособирать у него. Кстати, несмотря на то, что фильтр снаружи неплохо подзабился, внутри фильтр совершенно чистый и пыли внутри нету. Так, теперь относительно расходников. В процессе пользования мешочек бумажный одноразовый был благополучно порван. Снаружи бумага, внутри что-то наподобие флизелина, но точно не скажу.
Я его успел вытрусить только два раза. Третьего раза, до третьего раза он не дожил. Вот эту штучку я оторвал. Потом над ней еще подумаю. В общем, вот так вот выглядят неоригинальные мешки. А теперь попробуем, как работает вот эта вот красивенькая самодельненькая насадочка. Я думаю, она полностью справляется со своей задачкой.